Коммунисты против того, чтобы одна страна распоряжалась судьбами других. В понедельник на набережной реки Увать партийцы провели митинг против агрессии НАТО. Мы собрались здесь, чтобы в очередной раз обратить внимание наших сограждан на военный беспредел, развязанный военным блоком НАТО, и сказать о том, что только в солидарности с братскими народами и сильными принципиальными руководителями страны, отвечающие интересам безопасности наших границ, а не создающими из России второй дом для США, мы сможем защитить нашу страну. Партийцы считают неправильной позицию нынешних властей. Разрешить строительство базы НАТО в Ульяновске, по мнению красных, не что иное, как потворство Соединенным Штатам Америки в их стремлении контролировать политическую ситуацию в мире. Дружба России с НАТО, считают ивановские коммунисты, не сулит нашей стране ничем хорошим. НАТО никогда же не держит слово. Обещали не передвигать границы к НАТО, блока НАТО к России, передвинули. Обещали не создавать военные базы в Европе, создают. Так они могут обещать все, что угодно. А помним из истории, что американцы обещали индейцам не нарушать мир, а где теперь индейцы? Хоть горожане и не проявили особого интереса к протесту партийцев, коммунисты не расстроились. Главное, что свое отношение к блоку НАТО красные высказали на понятном американцам языке. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.